слышно. Ближе не надо. Я после первой статьи не поехала, а сейчас у меня после второй. Ну, давайте приступим к процедуре закрытия интенсива. Давайте. Итак, кому предоставляется слово? Ты меня пугаешь. Да? Хорошо. Слово предоставляется Елене Калитиевской. Браво, Данила, браво! Я хочу сказать вам, ваши драконы — это ужасно для женщины. Дайте, пожалуйста. Не надо сразу, лучше последовательно. Дорогие мои коллеги, клиенты, терапевты, супервизоры и тренеры, я думаю, что мы прожили этот интенсив как-то очень хорошо, максимально настолько, насколько мы могли его прожить, потому что огромная вам благодарность за вашу поддержку, понимание и сплоченность, за ваше понимание того, что ну, все сложности связаны с тем, что мы были вот здесь, и не очень понимали, кто мы и как мы, и, может быть, в общем, еще даже не до конца поняли. Вот, ну, посмотрим, как там дальше будет. Ну, так или иначе, этот интенсив состоял. И мне кажется, что он прошел на хорошем профессиональном уровне. Мне кажется, что этот интенсив прошел на хорошем профессиональном клиентском уровне, на хорошем профессиональном терапевтическом уровне, на хорошей чувствительности супервизоров и на стойкости тренеров, на сплоченности нашей и на нашей любви, потому что, вы знаете, ну, если любви нет, ничто нигде не растет. Растет только там, где есть любовь, поддержка, понимание, принятие, признание, участие, присутствие. Спасибо вам за то, что вы приехали. Спасибо вам за то, что вы были здесь. И очень хочется видеть вас снова в следующем году. И очень хочется, чтобы этот интенсив продолжал жить. Он будет жить. Мы сделаем это еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Спасибо вам большое. Я бы хотела персонально, да, поблагодарить. Интенсив – это такая большая, ну, общая работа. И первыми, кого бы я хотела поблагодарить, это наших воспитателей, которые из года в год проявляют чудеса. Правда. Делали все, что мы 20 детей. Вы видели, вообще не слышали, и мы подкупом знаем, что им было очень хорошо. Вот. А это же основная цель — не видеть, не слышать, и чтобы было хорошо всем. Спасибо, девчонки, огромное еще раз за вашу работу. Ну что ж, мы еще раз хотим представить тренерскую команду, которая работала с вами на этом интенсиве. Вот прям буду представлять, как вы сидите, да? Алена Юдина, Москва. Сергей Губко, Одесса. Екатерина Кадыка, Одесса. Нина Голосова, Москва. Игорь Аганский, Тернополь. Юрий Шевченко, Киев. Елизавета Маринова, Киев. Ольга Савсай, Кировоград. Андрей Маламин, Мурман. Сергей Кузьмин, Тернополь. Кулешов, Киев. Евгений Калейс,
Ольги Габаренко. Наталья Ромченюк, Одесса. Елена Баева, Одесса. Нина Соловьева, Одесса. Елена Клитиевская, Москва. Также хочу присоединиться к словам благодарности, потому что интенсив – это наше общее действие. И благодаря вам это все получилось. И благодаря тренерской команде это все получилось. Это очень важная вещь, когда мы можем что-то такое сделать вместе. Вот. И в этом смысле чувство благодарности – это трудно переживаемое. Но постарайтесь жить с ним. Это нормально, вот, потому что вовсе не обязательно кого-то отблагодарить, а просто чувствовать эту благодарность, потому что благодарность, это, по сути, и есть счастье. Спасибо вам. Ну, не знаю, Володь, хочется тебе передать микрофон, да? Я не уверен, что есть какие-то прям радостные новости, но учитывая нормальность ситуации, мы, слава богу, опять перебрались с дискотекой с моря вот сюда вот. И дискотека будет здесь, слава богу. Я надеюсь, в ближайшие полчаса ничего не поменяет. Искренне надеюсь. Держим все дури в карманах, и в карманах тоже. Кухня и ресторан обещали, что 20-45-21 час будут накрыты столы. Как люди будут находиться, и столы спрашивают? Значит, на самых больших группах, которые там по 13-14 человек, которые сдавали, там стоят уже таблички, какая-то группа. Все остальные в среднем у нас по 10-12 человек, там все одинаково, поэтому можно сильно не поверить. И 10 плюс-минус, там 10-15 минут там, по готовности, мы все отсюда, с дискотеки или от столов пойдем просто в сторону моря, там, где должна была быть дискотека, там будет фейерверк, будет салют. 10 плюс-минус 15 минут. Я думаю, что не плюс, не минус, скорее плюс. Ну, в любом случае, мы еще предупредим, во время там, то ли вы будете сидеть, то ли будет тут танцы, скажем, что вот ребята, там 5-7 минут на готовность к салюту, просто переместимся к морю. Порадуемся фейерверку. И вернемся опять к обычной процедуре питья, гуляния, прощания, слез, соплей и внутри. Володь, большое спасибо тебе за организацию таких сложных условий. Большое спасибо. Спасибо, Володя. Володя, большое спасибо. Ребята. Большое. Действительно, я думаю, что этот человек сделал почти невозможно. Вот. Да. Мы все вместе сделали, но просто ответственности было очень много, и много было всяких негораст. Ребят, я хочу сказать одну важную вещь, которая еще относится к содержанию интенсива. Перед тем, как мы его закроем, очень хочется напомнить вам о том, что та информация, которую вы получили в личных историях, в личной терапии, на группах, в супервизии, то, что было таким личным, интимным и очень волнующим, это все остается конфиденциальным. Мы никому об этом не рассказываете. Пожалуйста, это очень важно помнить, потому что когда мы говорим, что теперь там терапевты перестают быть терапевтами, клиенты не должны... Вот мы это сейчас уже не говорим, потому что терапевты все равно остаются терапевтами. Супервизоры все равно остаются терапевтами. И тренеры все равно остаются терапевтами. Мы все равно остаемся терапевтами этого большого, очень сильно заряженного человеческой энергией. И вашим вот таким присутствием пространства, но очень важно сохранять вот эту чувствительность к границам, к безопасности, для того, чтобы дальше мы, люди могли спокойно ездить на интенсивы и понимать про то, что эта безопасность соблюдается. Еще раз большое вам спасибо за все, что вы сделали здесь для нас. Ну и большое спасибо тренерской команде за то, что мы оказались стойкими.
дружными, профессиональными. Спасибо большое супервизорам за поддержку терапевтов. Большое спасибо терапевтам за поддержку клиентов. И большое спасибо клиентам за устойчивость и интерес к профессиональному развитию. Спасибо. Я думаю, мы готовы произнести эти самые слова. Одиссея Гештальта 2017 года считается закрытой. Закрытой.